все началось в обычный сентябрьский день. Обычный день в Ракун-Сити. В городе, находящемся под контролем корпорации «Амбрелла». Никто не осмеливался противостоять им. Если бы не это малодушие, они были бы уничтожены. Думаю, им пришлось бы ответить за свои действия, и они не дождались бы прощения. Если бы только у людей хватило мужества сражаться. Верно говорят, если уж колеса правосудия завертелись, их ничто не остановит. Ничто. Это был последний шанс Ракун-Сити. И мой последний шанс. Последний выход. Это вертолет «Дельта». Готов к высадке в зоне Е950. Восьмое сентября. День. Монстры захватили город. Каким-то чудом мне удалось уцелеть. Хорошо. Мы должны отсюда выбраться. Что? О чем ты говоришь? Я только что потерял здесь дочь. И ты предлагаешь мне уйти отсюда? Мне очень жаль, но помощи не будет. Мы должны выбираться сами. Нет, я никуда не пойду. Лучше сдохнуть от голода, чем быть сожранными одним из этих чертовых монстров. Оставь меня в покое.
Брэд, потерпи. Почему никто не принимает мер? Я не знал, что ты еще жив отжил. Полицию не готовили к такой ситуации. Что они могут сделать? Слушай, за нами идут. Мы оба умрем. Что ты говоришь? Видишь? Раньше они были членами Старс. Выхода нет.
Джилл? Брэд, мы должны... Джилл, помоги! Нет! Нет! Брэд?
Thank you.
Наш взвод окружен. Выживших мы не нашли. Нам срочно нужна помощь. Thank you.
Oh.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.